Хей, окей, с вами Шумики, и мы продолжаем родить игру под названием Avalon 2. Короче, что произошло за хрень? Я не знаю, чем это связано. Когда вы помните, на чем закончилась последняя серия? Типа, я полетел на самолетике. Так вот, после того, как я улетел на самолетике, запись прервалась. И получилось так, что я прошел какие-то моменты, но они не сохранились. Ну, в плане, не сохранились именно на видео, да? Поэтому мне пришлось полностью перепроходить игру заново. Да. Поэтому теперь у нас не, так сказать, не 16 уровень, не 4 часа геймплея, а 2. Вы спросите, а почему 2? Потому что мне пришлось заспидранить все, что мы играли. То есть до того момента, до которого мы доиграли. Вот, и я вот здесь. Ну, если что, так, нужно точно посмотреть, идет запись, идет, все хорошо. То, что, ну, нахер, вот такие проблемы. Так, мы с вами заряжаем заряд, выпускаем и активируем. Вы тут помните диалоги, что это что, штуковина, да, для полета, да, это не вау, 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 вау. Ты ж не хочешь, о, да, я хочу это. Ну, вы должны это помнить. Или у меня больше хп стало? Я не уверен. Но я тогда закончил, когда мы пролетели ту локацию. Поэтому есть вероятность того, что... все окей. Но я тогда улетел, я точно это помню, ребят. На заставочку я поставлю, как мы сели на эту хрень и полетели. Либо то, что будет потом дальше. Потому что там довольно... Вот этот, я думаю, моментик называется. Наверное, его я и возьму. И здесь у нас вот такая вот мясо. Вы получили режим шута. Map Up. Добро пожаловать в чудесный мир летающих пуль. Так, лучше здесь... на девчулю переключаться. Потому что у девчули хорошая пассивка. Ну, не пассивка, а активка, да. Всего здесь нас ждет 3 уровня. Сразу говорю, будут очень бесящие враги. Вот нужно было для них оставить. Они бесящие, но они просто пуляют очень часто. Зато здесь очень быстро поднимаешь уровень. Скажу так, это задержится на минут 10, вот эта катанина. Золота у меня тоже мало, потому что я ничего такого не делал. Ау. А сколько дает? А, помного, слушайте, по 6. Так, остановлю. Ой, только я говорю сразу, предупреждаю, оно будет очень сильно бить глаза. То, что сейчас будет происходить вообще на экране. Так, левел ап. Плюс урон. Да, тут мясо. Ну, поверьте, оно довольно легенькое. Всего, как я и говорил, будет потом босса. Главное не путать опыт с патронами. Так, лучше здесь заряд сделать, потому что если долго нету никого, значит это босс. Библиус. Классно. Круто, да? Я почти сдох. Скажу так, сейф у нас только пойдет там, где мы тогда сделали. Я это прошел без смертей. Просто я что-то хапанул слишком много.
слишком много получил. Очень, на самом деле, тяжело контролировать полет или то иное. Все, враги, значит, летят. Самые бесящие — это вот те, которые прячутся. Вот скажите, вот вы видите пули и не пули? Я тоже нет. Ой-ой-ой, зря-зря. Против них даже тактику, блин, не найдешь. Но боссы там довольно такие будут напряжные. Поэтому лучше всегда смотреть за хп и за своей атакой. Так, скоро должен быть босс. Мне тогда было, кажется, 80, да, хп? Я вот не могу вспомнить, сколько, какой уровень был. А, да, и помните пещеру до момента, как мы сюда попали? Я как раз этот забрал. Там, где, помните, в конце на нас камни падали, когда мы уже выбирались с этого места? Там были мини-камешки, маленькие камешки, которые падали. Так вот, как раз вот эти вот камни, как раз вот эти вот камни, они прятали наверху одну вещь. А именно, они там прятали горючую руду. Или Оринову, как она там правильно. Напишите в комментариях, я уже не вспомню. Так вот, теперь мы можем еще один предмет, по сути, сделать с вами. Ой, нужно было до вот этого оставить. Босс. С этим боссом проблем вообще никаких нету. О, вот это только нужно уворачиваться. Ну все, он умер. Но золота здесь очень много, как вы видите, можно получить. Так, осталась последняя долина, это вот эта долинка. И потом будет момент, который я тоже прошел с первого раза. Без проигрыша. Но, понятно, где... Ой, вот эти проблематичные тоже. Довольно сильно. Да, начинается. Дальше такое будет мясо, я вам сразу говорю. Просто будете понимать, что будут минус глаза. Все, я уже просто даже эти не успеваю забрать. Надо проскальзывать. Но оно, блин, еще фризит из-за того, что 3D модель. Ай, рано, видите? Ау. Ау, ау, ау. Так, и скоро снова левапнусь. Так, здесь лучше придержать, они типа просто атакуют, поэтому... Вот когда вот эти щитовики прибудут сюда, нужно, да, тогда начинать атаку. О, поехали.
Видите? А, нет, все еще эти. Так, левел ап. Продвигаемся. Причем мне потом кажется, что у меня все деньги потом заберут все равно. А, вот почему некоторым мало наносит силя, а некоторым много. Так, сейчас должен быть последний. Босик. А, да. Все. То есть здесь на самом деле проблем никаких вообще нет. Мы с вами долетели, в принципе, как я говорю, 10 минут это все заняло. Так. Смотрю, да, все, летим. Так, держать, шумики. Мы приближаемся к пирамиде. Слушай, а ты... Ты знаешь, как сажать эту штуку? Нет. Что? Серьезно? Ты не мог это сказать раньше? Мы должны спуститься и побыстрее. Сейчас. Такой, знаете, типа мув, такой, фш, типа скорость, эффект скорости. Шумики. Ты жив? Да. Как жаль. Напомни, мне никогда больше не пускать тебя за руль. Так, в любом случае, дискриминатор, у нас были правильные намерения. Мы добрались до вершины пирамиды пророка, и это самое главное. Нет, ты ошибаешься. Самое главное то, что мы почти умерли. Это было слишком опасно. Я не столь уверен. Я много размышлял после того, как наши пути пересеклись. Все, что с нами случилось, все это может быть случайностью, я уверен. Можно подумать, что все события переплели вместе специально, чтобы мы стали ключевыми игроками в прожитой нами истории. Как будто что-то или кто-то управляет нашей судьбой. Но я думаю, что демоны не верят в судьбу. Это правда. Или скорее было. Я уже не знаю, что думать. И наконец-то вот он. Блинный камень времени. Потрясающе. Скорее хватаем его и смываемся, пока никто не увидел. Слишком поздно. Это старик этот, да. Ага, ты все-таки вернулся. Знаете, не очень вежливо перерывать людей, когда они... Это мое место. Буду говорить, когда захочу. Долго же тебя этого ждал момента. Не-не-не-не-не. Сегодня и каждый день. Не-не-не-не. Миг за мигом. Не-не-не-не. Обретая силу, заполучив этот камень. Не-не-не-не. Чтобы сразить тебя, великий разрушитель. Это серьезно? Он с катушек слетел? Шумики, великий разрушитель? Это так уже вероятно, как 2 плюс 3 равно 7. Мне придется немного посчитать. 2, 3, 7! Не! 2 на 3
на 7 будет 42. Число великого разрушителя. Пророк, сэр, вам нужно успокоиться. Либо вот этот, я думал, в моменте подобавить на заславочку. Сейчас вы поймете, о чем я. Ой. Похоже, он хочет сразиться один на один. Это будет неплохая тренировка. Просто запомни Декстерминатор. Главное, победи его до того, как он выиграет. Охуенно. Не нужно меня благодарить. Я всегда готов помочь. Я уверен, что ты можешь его победить. А я постараюсь поддержать тебя. И вот, на вот этом моменте я победил все. Вы получили режим файтинга. Игра в камень, ножницы, бумага была бы немного захватывающая. Файт! Ой, а я вот не помню удар ногой. А, вот, вспомнил. Бля. Туркин! Хадукин! Блин, вот к нему близко нельзя подходить, потому что... Блин. Он блокируется, это херово. Хадукин. Ох, я ж тебя сейчас умотаю. Влево, вправо, вверх, вниз. Хадукин. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Удар влево, вправо. Вертушок. Вертушок. Подкат. Hey, oh. Это первая из двух. Раунд 2. Потом он начинает магию юзать очень часто. Вот что это за бред? Он меня схватил. Я вот не помню, как ульту. Ульту делать как? Боже, я не помню, как суператаку делать. Вот, лучше ему сбивать ее. Так, раз, два. Подожди, один, два. Раз, два. Блин, я не хотел КО делать. Мне нужно... Не-е-е, узри мою истинную мощь. Я бы сказал, что он блефует. Ой, возможно, я ошибалась. Вот, и здесь... Блин, меня сбили этот. Типа это сейчас уровень сложности профессионал идет. Ну как, профессионал. По сути, я смотрел картинки, да, когда игру рассматривал. Там идет этот. Как он говорится? Мы за демона должны были драться, но... Походу, за демона, если я не смогу за парня выиграть. Во, за вот это я говорил. Бам. Походу нужно пробир до хера раз сжать. Блин, нужно было ее до второй фазы оставить. О, все, ему видите, сбил, все. Неужто я снова тебя победил? Победу. Ай, блять, он захват сделал. Вот, видите, сколько он наносит? С
со своими вертульками, вертульками. Вот опять почему? О, блин, он меня сбился. Вы видите, да? То есть он меня тоже может сбить. Нет, 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 я не хочу проигрывать. Нет, нет. Да ладно. Yeah, win. Вот я за это хотел сказать, что я прошел и то, видите, снова же повторно. Смог без смертей. Ты действительно лучший великий разрушитель. Почему ты считаешь, что Дискриминатор великий разрушитель? Я узнал его. Как я могу его забыть? Я был еще ребенком, когда пришла великая катастрофа. Но это воистину он. Пророчество не лжет. Он соберет 5 ключей. Все будет покрыто водой. Он уничтожит мир. О чем он говорит, Шимики? Ты вызвал великую катастрофу? Скажи, что это неправда. Мисс Фина. Дискриминатор ничего не знает о прошлом. У него амнезия. Но тогда, если мы вернемся в наше время, то все это еще не произошло. То есть это его будущее. Зависит от того, как это посмотреть. Но если это так, то мы должны помещать пророчество сбыться. Ты слышал это, Шимики? Я не позволю тебе стать великим разрушителем. Давай возьмем камень времени и отправимся на остров Маджи. Я все сделал с документами, которые там нужны были по Маджи, да, вот это. Забираем камешек и отправляемся, по идее. Я тогда завершил серию, как и мы только отправились на Маджи, и там... И там койка там, поймете, потому что... И потом я, в принципе, закончил серию. Вы получили камень времени, не используйте для игры в боулинг. Обращайтесь осторожно. Эта штука чуть меня не убила. Похоже, она сломалась, так что я не думаю, что она нам пригодится. Ну ладно. Ну, как вы поняли, эта отсылочка была на Street Fight. На Street Fighter, да. А теперь мы отправляемся... О! Мне кажется, это девчонка, которую мы освободили с вами. Камень времени у тебя, Шимики? Хорошо, я рассчитываю на тебя. Мы еще встретимся. Это, походу, та девчуля. Ну, блин, если это 100 лет, ну, помните, мы встречали ее 300 лет, да, назад, когда, или не помню сколько. То, по сути, это девчуля... Ну, демоны, они же долгие живучие, да? И давайте сходим к бабульке, к бабулечке. Используем камень ману, как она там называлась, да? То, что я тогда ушел и это не сделал. О, что за красавчик, чем могу помочь? Во-первых, я могу принесешь мне достойно, ману, и даже пробужденных. Да, у меня есть. И можно сразу будет сходить в шахту, сделать себе еще одну шмотку. О, замечательно. Ты раздобыл немного маны. Тогда кто будет пробужден? Фина, никто. Давай Фина. Мне интересно, Фина, какая будет способность. Так, улучшенная сила. Фина достигла второго уровня. Вы можете концентрировать больше, чтобы усилить атаку. Ну что, поехали. Так, и что у нас? Да, видите, то есть я могу улучшить два раза каждого. То есть, демона и Фина. Ну, короче, я не помню, как его. И третий, вот этот, вы как раз увидим мы его дальше. Третьего героя. Давайте, наверное, сразу я схожу в пещеру, сделаю себе обновку. А вот не помню, здесь открыта она или нет. А в этом временном промежутке закрыта, ребята. Поэтому придется потерпеть. Так, сразу бежим с вами. Сразу бежим, бежим, бежим к пирату. Капитану.
показано, что у нас есть. Ну ладно. И не говори, что я тебя не предупреждал. У меня неплохое предчувствие насчет этого путешествия. Ну, и куда мне... Так, именно ты хочешь отправиться? Что? Ты хочешь отправиться на проклятый остров? Ну почему я сегодня такой везучий? Сразу предупреждаю, мы ни за что не причалим к нему. Ты можешь сесть на лодку и потом приплыть обратно. И я не буду ждать тебя больше часа. Если не вернешься живым, это твоя проблема. Я все так, все понятно объяснил, да. Хорошо. Ну, ты готов к отплытию, да? Хорошо, тогда в путь. Если что, кораблем управлять я не могу, корабль сам по себе плавает, плывет. Хотя, может... Не, я вижу там отражение острова, хотя, может, это вот этот остров как раз и есть. Вон, видите, на той стороне. За гарнизоном. А, нет, это остров, слушайте. Вот сейчас затемнение было, и там остров был. Так, это проклятый остров? А тут совсем неплохо. Надо было взять с собой купальник. Так, все, рассмотрим, ребят, что да где. Если что, камешек. Мы должны вот это место сейчас ветерком сдуть. Должно быть, это руины Маджи, о которой говорил декан в библиотеке. Но куда же делись Маджилет? Надеюсь, он не похоронен под этим песком. Дискриминатор, может, ты знаешь, как его выкопать? Да, я знаю. Мы девчуль сейчас заюзаем для выкопов, так сказать. Я как раз посмотрю вторую форму, потому что я только первую видел. А, нифига там у нее этот стал огромный. Петряной хлыст. Очень большой шарик. А здесь довольно легкое сейчас будет задание. Так, сюда вставляем камень времени. У нас светится вот такая платформа. И нам нужно пройти так, чтобы все платформы были темными. Повторно нельзя наступать. Но это довольно легкое. Мы просто с вами наступаем сюда и просто идем. И все, мы с вами по-любому не встретили. Теперь нам нужно забрать шар. И поставить этот шар сюда. Так, я еще вижу, кажется, песок, да, который... Который мне нужен. С той стороны ничего нет, потому что там пальмы. А здесь тоже прохода нету. Вот здесь вот песок, но я тогда не проверял, есть ли тут что-то. Нет, тут нема ничего. Ну, пойдемте наверх. Наконец-то. Мы нашли Маджилет. Вот, видишь, Менос, не надо быть таким пессимистом. Кажется, он функционирует. Возможно, его активировать камень времени. Возможно, его активировал. Именно это я и подумала. В любом случае, это наш билет отсюда. Я бы не был настолько уверен. Что если мы окажемся в совершенно другой эре? Времени без загадок, лишённой поэзии. Времени, в которой жизнь состоит из убийств людей в стиле FPS. Что за ерунду ты несешь? Просто теория. С равной вероятностью мы можем попасть в мою эпоху. Или в вашу, мисс Фина. Но как сказать бы, мисс Фина? Боюсь, у нас в любом случае нет выбора. Вот именно. Отправляемся, Шимики. Мы ничего не узнаем, пока стоим здесь. И я не хочу торчать в этом будущем. Вы полетели. Отсылочка снова же на доктора Кто, когда мы перемещаемся в будке времени. А? Менос? О нет! Ты превратился в женщину! Менос? Знакомое имя. То есть ты не Менос? Простите, я сильно испугалась, увидев, как вы появились под... Подобным образом. Я не представляла... Так, не представилась. Меня зовут... Вельвет. Вельвет.
А вы кто такие? И что важнее, как вы сюда попали? Менос. Шимики, боюсь, что Менос застрял в будущем. Может быть, потому что Вельвет была в этой самой точке мнений. Так, именно в этот самый момент. Что значит, что он не смог материализоваться здесь? Маджелит. Он выключился. Шимики, думаешь, кто-то поигрался с камнем времени? Нет. Ты прав, не похоже, что кто-то последовал за нами на остров. Маджелит? Камень времени? Я так и знала! Вы Маджи! Нет, мы обычные люди, просто у нас очень длинные путешествия. Кстати, ты не подскажешь нам, какой именно сейчас год? Мы в 999-м. Ну, ненадолго, если что. Празднование 50 годовщины Победы Империи совпадает с новым тысячелетием. Шимики, мы наконец-то вернулись. И я снова увижу мою деревню. 50-я годовщина, но ведь именно тогда должна произойти великая какая катастрофа. Какая катастрофа? Шимики, мы можем предотвратить ее? У нас мало времени, мы должны узнать, что произошло, в смысле, что произойдет. Так, это правда. А я никогда не верила. Согласно древним текстам, маджелиты можно использовать для путешествий во времени. И вы наш... Так, нашли камень времени. И я искал его всю свою жизнь. Это долгая история, сейчас у нее... Так, у меня совсем нет времени на рассказать. Если великая катастрофа произойдет, тогда... Я не хочу такое будущее. Позвольте мне пойти с вами. Я много лет изучал Маджи. Если все это связано с ними, то я могу вам пригодиться. Знаешь, это может быть опасно. Опасность мне не в новинку. Что думаешь, Микки? Она... Может пойти с нами? Нет. Пожалуйста, не бросайте меня здесь. Полагаю, она не настолько знакома с опасностью, как говорит. А, да. Спасибо. Вот и хорошо, давайте начнем с того, что выберемся отсюда. Вы как раз вовремя. Меня держат в плену пираты, если бы не вы, то я не знаю, как бы выбралась сама. Вильдер, это теперь ваша команда. Пираты, говоришь? Тебе не кажется это знакомым, Шимики? Ну, давайте попробуем ее способность. Она, короче, магичка, и она ледяная, если что. Она лед юзает, ребята. И я думаю, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.